Автопробег «Новосибирск-Москва» подошел к концу, и его участники прибыли на площадку агрокомплекса «Фудсити», где в октябре состоится долгожданный фестиваль «Тракфест». Будущие участники фестиваля ехали в Москву несколькими груженными фурами, потому что дорожное приключение – это и есть работа дальнобойщика. Мы выехали из Новосибирска 24 июля, проехали через Омск, через Челябинск, через набережные Челны и Казань. В составе трех легковых, трех грузовых машин. Потом грузовые машины ушли обратно. На трех легковых машинах мы продолжили путь на Волгоград и на Ростов-на-Дону. Где на Ростове-на-Дону нас ждал следующий состав участников нашего автопробега. В общей сложности маршрут автопробега составил 6000 километров. Ночью спим, днем едем, останавливаемся на обед и снова в путь. На всем протяжении маршрута участники автопробега собирали информацию из первых уст у шоферов. Какое масло и аккумуляторы востребованы, где на трассах М7 и М4 наилучшие сервисы, где благоустроена инфраструктура. Что касается качества дорог, то оно с каждым годом становится все лучше и лучше. Но дорог в России не хватает, потому что трафик очень высокий. И на федеральных трассах находятся большие многокилометровые пробки. С полным отчетом об анализе дорог и инфраструктуры можно будет ознакомиться позже на сайте автопробега и фестиваля «Тракфест». Кстати, город старта и финиша выбран не случайно. Именно в Новосибирске в прошлом году состоялся первый фестиваль грузового транспорта «Тракфест». В нынешнем году мероприятие посетит сразу несколько российских городов. С 4 по 6 октября фестиваль пройдет в Москве на территории агрокластера «Фудсити».